Добрый вечер. Этой ночью погода в Латвии все еще будет находиться под влиянием антициклона. Облачности ожидается мало и без осадков. Ветер слабый. Минимальная температура воздуха от плюс 13 градусов в Латгалии до плюс 17 градусов в Курземе. Днем через территорию Латвии пройдет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди, а местами и грозы. Ветер немного усилится. Максимальная температура воздуха от плюс 24 градусов на востоке страны до плюс 28 на юге. В Риге этой ночью плюс 17, плюс 19 градусов. Малооблачная погода. Днем в столице воздух прогреется до плюс 25, плюс 27. Возможно, гроза. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Хорошего вечера. До свидания.